Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Черный Металл, и у меня сегодня ночь перед Ордой. И небольшие проблемки. Сейчас я их быстренько тут решу. Потому что эти проблемы мне сейчас пока нафиг не нужны. Их надо решать по-бырому. Вот таким вот примитивным способом. Опа, все готово. Все забрали. Все забрали. Порядок. Пусть они там пока дохнут. Мне на этих чудиков фиолетово. Сейчас надо очистить тех, кто внутри окажется. Не знаю, что это за красная штука появляется. Приходит дамочка в красном. Умирает. Вот такая штучка образуется. Что это за фигня, хз. А, у меня тут никого даже не появилось, да? А, ну чудненько, они все тут и померли аккуратненько. Ну пусть там на шипах и дохнут, ради бога. Мне их не жалко, ни капельки. Вот нафига эта фигня нужна, я так и не понял. Насколько я понял, эта штука призывает большое количество зомби. То есть зомбики то ли тащатся от нее. Ну, короче, они бегут на нее. Ну, как эти. Эй, я же аптечку использовал. Чуть ты астраханская. Не знаю, чем там зомбиков эта фигня прикалывает, но чем-то прикалывает. В общем-то, лезут они на нее только в пути гам. Ну ладно, лезут так лезут. Без разницы как. Хотел бы я знать, что это такое конкретно. Я так полагаю, это какая-то супер спаунилка для зомби. Ладно, супер спаунилка так супер спаунилка. Без разницы. Не успел я достроить, к сожалению, свой домик. У меня тут то цемента не хватает, то этого, то того не хватает. Уже задолбало в корень. Всегда чего-то не хватает. Здесь у меня шахта. Довольно-таки глубокая. Я еще до дна не дорылся. Мне надо до конца докопаться, чтобы там можно было поимпровизировать. Надо, блин, аптечки опять взять. Ну вот, сейчас будет орда и посмотрим как раз, что у нас за орденька. На вторую ночь. Седьмую. В смысле. Так, что возьмем? Снайперку? Ясь. 14-й день. Алло. 14-й день, говорю. Красный вон объехать. Ладно, подождем. А, вон они. А что это я вдруг undetected'ом стал? Совсем что ли? Как он колбасится, вы посмотрите только. Ты какой колбасер. А, отсюда собаки прибежали, это я помню. Давайте-ка немножко потренируем снайперскую винтовочку. Так, иди-ка ты в пепельницу, дядя. Какой такой борзой. Взял мне пощам накостылял. Ни за что, ни про что. Че, я что-то плохое что ли делал? Чего? Дядя. Слышьте, народ, хорош борзить-то. Ой-ой-ой.
Да уж. Да. О-оу. Не люблю, когда они так делают. В этой версии мода зомбики очень хорошо друг на друга вскарабкиваются. Не то, что хорошо. Они могут один прыгнуть на второго, второй может прыгнуть на третьего. Им будет абсолютно пофигу. И они на вас, до вас все-таки доберутся. Это как бы прикольно. Ну, до поры до времени. Лыж, оса, переросток. Но, а мед где? Ты неправильный пчел. Кстати, интересно, это пчелы или мухи вообще? Ну, по цвету напоминает пчел. То есть сказал. Так давайте пистолетом вообще. Пистолет хоть потренирую. Я там посмотрел, какой-то навык для пистолета есть. Да. Вот мне интересно, сколько патронов надо. Кто эти по мне там жарил? Но зомби действительно много. Ладно, дробовичок. Да, дробовик бесполезнее некуда. Но зато патронов я к нему надел, мама не горюй. А, кстати, нашел я чертеж снайперской винтовки в мусоре. Да, я долго не снимал. Но тут я... Что я тут делал, блин? Считайте, я выкапывал песка. Только какое количество. Бегал, камушки собирал. Я даже аэродроп не собирал, только один. Пометил, да и все. Потому что это было как бы бессмысленно. Я тут пока выкопал. Пока цемента себе напиндюрил. Долбаная пчела, ты где? Хорош там, блин, ползать-то. Чудо ты, проханская. Еще гаун крепкий. Или я тебе в бошку не попадаю. И дробовик говно, согласен. Так, давайте-ка, ребят, сюда перебираемся. А то что-то вы там разорались. Так, FPS счетчик. Правильно. Счетчик FPS-ки. Ну, тут счетчик FPS, я скажу вам, работает только он, когда FPS низкое падает в зданиях, он только тогда показывает более-менее правильно. Все. Больше правильных показаний я как-то так и не заметил. Если честно. Да, дохните вы здесь, давайте. И то побыстрее. Вот там трупов сколько, ёшкин ты матрёшкин. Кстати говоря, количество зомби здесь хорошее. Мне нравится. Хотя бы никак. А, кстати, сейчас же в 15-й альфе я посмотрел. Там опять все поменяли. Там опять будут рулить теперь эти деревянные шипы. Против любой толпы зомби, короче, деревянные шипы будут рулить. Вот мне всегда это не нравилось. Ладненько, я по тебе потом постреляю. Порох, зараза, долго крафтится. Надо крафтовые столы ставить. Так, дробовик почти сломался. Давайте-ка я снайперской хоть постреляю, что ли. А то как-то
Не то, не сё. Привет. Пока. Эй, это кто? Кто это был? Опять ты, жопоручка. Че ты там колбасишься? Че ты в перьях? Ну ладно, пусть колбасится. Чем бы дитё не тешилось. Вот, посмотрите, сколько там ядрить налево трупов. Это просто жесть. Зомби, кстати, я здесь не убивал в основном, я только бегал так. И ладно. Вот у меня есть кандидат тоже. Ох, там ты творится, чу. Вот это жесть. Вы это видите? Тут все в трупах засрано. Просто все засрано. Так, давайте-ка поиграем, как называется, классики. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Так. Ладно, я понял, не хотите. Ё-моё, сколько их здесь? По кому не стреляй, по кому не попадешь. Так, мне, я чувствую, надо будет 21 ночи готовиться конкретно. Да задолбали вы вертеться уже. Вот вы посмотрите на эту ахинею. Вот это жесть, ребят, вот это жесть. Вот это реальная жесть. Все, орда закончилась. Вот вы прикиньте, сколько здесь их реально было. Вот мне лично тяжело представить. Но скажу сразу, да хренище. Сейчас монетки пособираем, примерно сможем хотя бы представить. Тут на 7 штук буквально разделим, да. Да уж. Слышь? Ногу мне сломал, гад. Да уж, вот это жизнь была. Такое мясистое побоище, я вам скажу. О, спасибо, сестричка. Ну, бронзу зачем тут собираю, я вообще даже не въеду. Ну а чё, примерно сейчас прикинь количество хоть трупиков. О, как ты, тебя, бедняк, заколбасил-то. Но это я скажу, ой, как много. Я уже могу сказать, здесь штук, наверное, 200 их было, это минимум. Ну такая не кислая орденочка. Так, это нафиг, это нафиг. Что в тебе есть? Ничего нет. Тебе что есть? Ткань это, ну, может, мины буду делать. А, ну да, я же хотел здесь все асфальтом заделать и мины делать. Точно, я что-то забыл совсем. У меня же по плану было здесь все нафиг заминировать.
Жалко, а тут с трупов эти ящички, сумочки не падают. Я чувствую, если бы падали здесь сумочки, игра бы у меня повесилась. Ну или я бы повесился от таких лагов. Выбирайте сами. Как-то так. Ох, я как бедную кидан. Ну вот это. Ну, нехило, я вам скажу, нехило. Сейчас примерно прикинем, сколько здесь зомбякиных. Вообще, можно как-то в настройках сервера посмотреть. Я вот не знаю просто как. Здесь, когда делают вот такие вот моды, выставляется, сколько тут каждое нападение, насколько я помню. Ох ты, как жестко тут все. Разделим, наверное, на 10, потому что еще сколько трупов пропало. Не ошибемся в подсчетах. О, вот это вот может быть полезным. Так, сейчас я тут долутаю все. Ну, хотя бы на шипах улучшенных они быстро померли. Ну, как видите, тут многие трупы просто тупо взрываются. Текс. Не достаю ни до одного, ну ёшкин ты матрешки. Ну, я чувствую, мне это, скорее всего, не пригодится, потому что у меня запчасти намного лучше, скорее. Всего. Ну да ладно. Значит, трупы я отсюда могу тоже собирать. Это хорошо. А, я так поэтому и ставил-то три штуки. Блин, совершенно забыл. Трупы можно добывать удобнее. А если в 4 ряда ставить, уже никуда не достаете. Блин, я и запамятовал что-то это. Да, давненько в Сэндейс не играл. Так, тут все трупы разложились уже. Ну, еще один, незамеченный мною. Моим зорким взглядом. Ну да, коли они меня здесь чесали, мам, нездорово. Хотя я не скажу, что так и сильно они мне их чесали тут. Это у нас краб, это у нас краб. Это у нас что, рокет лаунчер? Блин, ну мне лучше бы СНГ бы часть подогнали какую-нибудь. Вот это было бы здорово. А, ну конечно, как же не пораниться. Так, ну что я вам могу сказать. Давайте-ка еще что-нибудь залутаем. Ну да, на десятку я разделю и получим примерно четкое количество. Я уверен, что там 80 зомби всего было. Тоже возможно. Зомби штук 100-то точно должно быть. Это сколько пропало, если посчитать. По разным причинам. Ну да, где-то примерно стольничек будет. Ну, как говорится, что зомби это вам не хухры-мухры. Кстати, эту штуку можно поставить. Я боюсь ее пока ставить. Сыкиваем. Кстати, напишите, что с ней делать-то. Вот с этой вот фигней. Я потому что не знаю. Вообще, я посмотрел, люди говорят, ее надо, как говорится. Не знаю. Зомби вроде не появляются. Вот. Так я тут могу до бесконечности ее фармить, да? Оха, хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Ладно, баг я понял. Пользоваться не буду. Да ёшкин ты матрёшкин. Чё я вообще взял такую? Ни хрена себе. Вы прикалываетесь.
Я промолчу, хорошо? Я этим пользоваться не буду, это уж перебор. Я, конечно, знал, что здесь можно миниган построить, но я не ожидал, что я его вот так просто найду. Ай! Я вот некоторые вещи в играх терпеть не могу. Это одна из них. Так, ладно. Это вот, когда я нахожу какие-нибудь баги интересные. Ладно, миниган отложу куда-нибудь в сторонку, так уж и быть. Так, здесь у нас подъем был там. Опа, 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 забираем все. Так, ну что я могу сказать? Базу я тут буду отстраивать. Сейчас на 15-ю ночь я попрусь. В 15-ю ночь я, короче, решил попереться. Ну, не ночь, тьфу ты, блин, а день. Попрусь в города, надо поисследовать, посмотреть, что да как. Ну, в итоге мы получили тут бесконечный фарм ресов, я вам так скажу. То есть, у меня этих штук уже... Эй, блин, куда я их дел? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте вот так вот сделаем. А, вспомнил, куда я дел. Вот она у меня где. Вот. У меня их три штуки. Это будет четвертая. Не знаю. Пишите, у кого какие мысли по поводу вот этой вот всей фигни. Ну, этим можно, конечно, попользоваться. Ну, миниган. Entry damage 0-0. Lock damage 0-0. Я, короче, промолчу. Я лучше промолчу. Мне только минигана не хватает. Мне что-нибудь поинтереснее бы с оружием. Так. Это у нас не нужно получается. Magnum Pads такая вот. Зелененькая. 320 уровня не нужна. Что мне чистить от Magnum надо? Барабан, блин, нужен. А вот барабан зеленый, кстати, я ни разу не находил. Странно, странно. Так, ладно, оружие выкладываем, все. Патроны к пистолету кончились, один пень. Винтовка еле живая. Толк от нее, правда, немного на таком уровне. Ну да ладно. Так. Этим я даже ни разу не воспользовался. Да. Хотел все воспользоваться, посмотреть, что это хоть за фигня такая. Ой, может, когда-нибудь воспользуюсь, кстати говоря. Так. Rocket Launcher. Может, собрать его? А я тут могу его вообще собрать? Давайте-ка посмотрим. Чинсайн, тем-тем-тем, нифига не могу собрать, ладно. Rocket Launcher, чего еще я могу собрать? Мульти Rocket Launcher. Так, Мульти Rocket Launcher. Это что за нах? Многозарядная ракетница, что ли? Блин. Мне только этого еще тут ботвы не хватает для полного счастья. Многозарядная ракетница. Это уже будет совсем перебор. Ну, хотя да. Может такой мод. Фиг его поймешь. Так. Что я хотел? Жир я выложить хотел. Монетки 778. Ну считайте 800. Ну разделим давайте на 7. Ну да, по 100 зомби примерно будет. Ну пожалуйста. Примерно орда 100 зомби. Это вторая ночь. Первая где-то может быть 50 была. Ну, это вот всего сколько монеток я насобирал. Так, что у меня тут по статистике? Сколько я раз помер? 15. Зомби. 342. Давайте скиллпоинты посмотрим, что ли. Ну, скиллпоинтов у меня здесь хоть жуй всеми местами. Не знаю, куда их пока девать. Я тут не очень-то рассоображаю, как бы в этом. Кэмэл. Итак, фёст. А, понятно. Меньше воды требуется. Так, Max Wellness. Вот это надо купить. Обязательно. Так, этот у нас Ю. Так, ваша стамина медленнее. Быстрее восстанавливается, что ли? А, да. Стамина быстрее восстанавливается. Ну, мне это не надо. Я, если что, спиртом зальюсь. Алкоголь вредит вашему здоровью и нервной системе, кстати. Так, это у нас 25% ускоряет очень полезный навык, который нафиг не нужен. Так, лазерворкинг я изучил.
Так, что я еще здесь делать-то надо? Knife guy. Ох, я вот даже не знаю, изучать нет, не изучать. Я тут мачете-то не видел ни разу. Я раньше помню, мачете бегал, тут всем бошки отшибал. Может, здесь так же получится. Шотган, бумсток. Ладно, давайте изучим уж. LGM, пистол. Ладно, будем такую фигню изучать пока. Не знаю, нужно оно, не нужно. Но все-таки здесь к пистолету вот мне понравился вот такой вот навык. Где он тут? Вот. В общем-то, тут, насколько я понял, практически с выстрела можно убить любого зомби, попадая в голову. Ну, в бошку разнести. Проверим. Так, 250 патронов, нафиг мне их столько надо. Ну, да, много я тут, кстати, насобирал патрошек. Очень много, я вам скажу. Давай, ешь. Ну, блин. Отлично. Давай, наедайся, у меня еды и так мало. Надо, кстати, пойти потом этот продуктовый магазин, блин, нафиг скрыть. Это вообще жесть какая-то. Что-то мне персонажек жрать хочется, а у меня ни еды, как всегда, ничего. Так, ну, шотган я с собой буду таскать, будем его прокачивать. Что ж тут поделать? Ну, чем тут ночью-то заняться? Да, особенно и нечем. По сути, глина пусть там закачивается пока. Потому что у меня и железо кончилось. Да у меня все закончилось. Вот, что я смог отстроить. Тут два слоя я прокопал. Это времени заняло примерно 6 часов реального. А это кто не понимает. Я немножко прифонарил это все копать. Это я могу сказать честно. Побегал я тут, поизучал территорию. Где моя карта? Карта, откройся. Побегал я, поизучал территорию. Шахт тут немерено. Раз шахта, два шахта. Три шахта. Тут еще где-то четвертая, помню, была. Так, не вижу ее. Я где-то в пустыне тут. Надо вообще сюда сбегать, посмотреть, что там. Я не знаю, ребят, вот кто говорит, шахт нету. Вот вообще, вот я вот читаю, бывает, никто не может найти шахту. А вот территорию, блин, вы извините, конечно, за то, что я сейчас скажу это. А вы территорию, бляха-муха, вокруг своего дома хотя бы исследуете? Или вы думаете, будете ехать прямо и наткнетесь прямо на пещеру, она перед вами появится? Я вот что, судя так, могу посудить, что никто территорию не разведывает. Что я вот сколько раз не играю, каждый раз по новой, всегда я начинаю, как говорится, вот так вот. Исследую, бегаю, рублю камушки, вот эти вот железом. Добываю железо, добываю камни, оно мне нужно, да ёшкин так вот. И всегда нахожу пещеры. И не одну нахожу, а как минимум с десяток. Еще с версии где-то 10-й, что ли, я всегда их так находил. Ничего сложного я в этом не вижу. Ай, зачем мне строить цемент? Если у меня даже камней нет на его производство. Ну, как говорится, на этом серии, дорогие друзья, пожалуй, завершу. Орду мы выдержали. Ничего такого сложного нету. Надо подготовиться к 21-й. Но, да, нашел я, конечно, читерный способ добычи всякой бабуйни. Ну, миниган есть. Мультирокет, лаунчер. Ну, я не знаю, что с миниганом этим делать. У кого какие мысли, напишите. Вот вообще его разобрать могу, кстати. Да, я его могу разобрать. Ох, сколько патрон. Не-не-не, друган. А это чё? Миниган ресивер, миниган бар. А, ё-моё. Ну, это неинтересно. Я-то думал, блин, это движок Аугера. Я уже обрадовался, слюнки распустил. Ладненько. Напишите тогда, кто смотрит, что с этим миниганом делать. Может, выбросить его нафиг. Патрошки я ни за что не выброшу. Так что это сразу говорю. Патрошки это все. У меня их здесь пока вообще фига нифига. У меня нет клиперса, штангенциркуля, чтобы их делать. У меня с этим большие косяки. Тут никуда не поделать. Никуда не могу деться от этого. Как говорится, связан по рукам и ногам. Ну, как говорится, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Черный Металл. Говорит, 7 Days Today Mod Headbangers. Всем удачи. Всем пока.